Ну вот, все поняла теперь. Элина. О, видно вот, меня? Я догадалась, как тебя пригласить. Это мой первый лайв. Доброе утро, Элина. Давай, привет, привет. Рада тебя видеть. Ну что ж, я тоже. Да, приветствую всех, кто нас смотрит рано, утром 10. Ну, не так уж рано, но для меня рано. Что-то в последнее время стало позже вставать. А вот приветствую всех. У нас сегодня с Линой очень интересный разговор. Да? Тема у нас сегодня бизнес, наш бизнес ЛР. Да, и мифы сетевого бизнеса. Да, Элин? Правильно? Да, да. Угу. Да, Элиночка подготовила для вас доклад, и в этот раз будет Кристиана. Ну да, так где-то примерненько, да, так. Наши черновики, как обычно. Да, я буду только дополнять тебя, Элин, да? А, вот. Так в этот раз ведешь ты. Можешь начинать. Ну что ж, начнем. Ну, я хотела начать здесь, конечно, потому что я, наверное, где-то уже в своем эфире тоже рассказывала примерно, да, что мы можем купить в нашей компании. В принципе, тут товары, конечно, именно ежедневного, да, так потребления получается. Можно тут все купить, и гель для душа, и крем для рук, и тушь. Да. И тоналку, и также для здоровья можно купить. И то, что мне вообще очень нравится, что именно не только тут капсулы и таблетки, вот именно что, потому что я, ну, как не особо люблю такое, а вот именно в жидком виде. И даже сама вчера заказала именно витамины, там 10 витаминов в одной чайной ложке для всей семьи. Так что мне кажется, это очень хорошо укреплять иммунитет именно зимой и скоро весна. А, так, значит, тут получается, что я тут записала. Тут, конечно, если кто еще до сих пор не знает, что такое ЭЛАР. Эта компания, она основана именно в Германии, и она уже 36 лет на рынке. И тут получается полностью немецкое качество. Получаешь скидку, которую я сейчас тоже вот... расскажу о ней. Также со второго месяца, если я не ошибаюсь, получается кэшбэк. И, конечно же, можно здесь зарабатывать деньги, если зарегистрируешься как бизнес-партнер и начнешь, ну, как захочешь открыть, да, свой бизнес, именно привлекать других клиентов, также можно здесь заработать на этом. И также у нас есть автопрограмма, по которой можешь получить даже автомобиль из компании, да, с компании. У нас вот недавно, да, наша коллега приехала на машине уже, именно от LR, Health and Beauty, да, все написано было, так что классно, да. Прям мотивирует нас тоже, да, начать уже двигаться в этом направлении. Машины предоставляются в лизинг, да, и по очень-очень выгодным ценам. Угу, да, в принципе, каждый может получить. Ну, как такие цели лизинга очень низкие, потому что ЭЛАР самый крупный, так сказать, как сказать, да, покупатель, ну, крупный партнер, который приобретает машины, да, поэтому нам даются они с очень-очень хорошей скидкой, очень дешевый лизинг дается, потому что очень-очень много машин берет ЭЛАР. Угу. Так, дальше перейдем про виды регистрации, мне кажется, просто кому-то может быть интересно. Конечно, можно вообще не регистрироваться, да, можно у нас просто продукты покупать, если никто не хочет, да, скидок получить. Просто бывает, что да, так, возьму на пробу, например, духи. Можно, можно, в принципе. Но также у нас существуют именно бесплатные регистрации, платить за это не нужно, просто пробуйте продукты. И получаете скидки на это. Один из видов это 20%. Можно сразу получить на первый заказ. Как я вчера увидела, это получается на 100 евро, да, если я не ошибаюсь, что нужно первый заказ оформить.
Ну, в принципе, вы наберете, мне кажется, очень быстро на иммунитет, если у вас там направление, да, духи, косметика, набирайте на 100 евро, и получается 20%, и у вас 80, ну, на 80 евро, да? Можете также Да. разделить это, да, или, мне кажется, да, Нет. купить, или, нет, да, Нет, сразу 80 часов. кредит будете Можно по получать чеку, наверное, да? процентную скидку сразу получают, но раты целом нету А, при ну да, все, значит, понятно. Ага, ну подборе сразу, там ну, можно сделать что-то так, ну, как по чеку, да, чек придет, заказ придет, и можно оплатить потом где-то, да, в течение нескольких дней. Ну да, кто регистрируется, да, мы берем банковские данные, да, регистрируют, и потом уже ЛР, они сами списывают сумму, да, на которую вы заказали. То есть, получается, автоматом 20% скидка идет, да, а от 100 евро 80 получается оплачивать ЛР, а сами списывают деньги, да. То есть это не мы эти все с деньгами проводим. Это все делает ЛР. ЛР отправляет вам продукты, ЛР списывает с вас деньги, да? Вот, если что-то не так с продуктами, вы обращаетесь к ЛР, или мы обращаемся, ЛР уже сами там заменяют и так далее. То есть мы являемся только людьми, которые вам это показывают, да, рассказывают, а все остальное уже делает ЛР. Ну, просто я вчера пробовала тоже заказать, потому что человек не хотел, например, да, свои банковские счета, ну, вот именно эти цифры, да, отправлять. Просто, ну, мы выбрали, что чек, ну, человек сам потом отправит эти деньги, тоже, в принципе, возможно. Если хотите такую головную боль, ничего страшного, сами можете, в Ну, принципе, это пере... ну, там получается, что вы получаете продукт, да? И уже по получению продукта оплачиваете, так сказать, что придет курьер, и вы курьеру будете оплачивать. Такое, да? Ну да, И на... ну да, в принципе, возможно, почему бы и нет, да. Жалко, что этого PayPal нет у нас. Было бы, наверное, еще удобнее. Так, значит, перейдем дальше. И тут уже про 30% именно скидка. Но тут, конечно, можно как разделить тоже на А и Б. Тут потому что 30% можешь получать, ну, как ты регистрируешь тоже как партнер, в принципе, но еще не открываешь свой бизнес. Может, просто ну, хочешь пока еще попробовать все продукты, можешь еще подумать, да? И тут тоже получаешь на таких же условиях, как мы, например, да, тоже получаем 30% на всю продукцию. Мы, получается, просто пошли по второму направлению, также можем рекомендовать эти продукты. Например, кто-то что-то, ну, я, например, попробовал, да, питьевой гель или же спрей, чаи, и кто-то тоже вот пришел в гости, да, попробовал, тоже хочет заказать именно с этой скидкой. Это тоже возможно, в принципе, тоже бесплатная регистрация. Но тут только просто вот про эти, да, 29 евро, которые там дают еще такой пакет, что если вдруг передумаешь, да, сразу можешь автоматически тоже начать свой бизнес, подключившись к нам в команду. Вот этот момент, в принципе. Ну, у нас так, и мне кажется, везде, да, это не то, чтобы все такие приходят здесь и уже могут там рекламировать. Есть такие новички, которые приходят, может быть, они еще в своей именно зоне комфорта, да, не могут, например, выйти просто на улицу и сказать о нашей компании, например, да, или же, ну, не знаю, до этого, может, работали где-то в офисе, да, с бумагами, а тут уже приходится именно с людьми работать, и для этого у нас проходят, да, все семинары, вебинары, все чаты. Именно тут есть, да, ты, например, мой наставник, да, ну, например, получается, меня учишь чему-то, да, все равно, получается, как приходишь в эту компанию, ты не один. Нас таких много. Например, я тоже где-то, да, второй месяц только, и, в принципе, да, много чему учишься. И, например, изучаешь продукты. Не так просто сразу за месяц, не знаю, 30 продуктов, да, сразу все в голове, вся каша. Можно постепенно выбрать себе время, каждый вечер, например, по полчаса где-нибудь посмотреть, какие-нибудь эфиры, отзывы почитать, самой, если вдруг интересно будет, да, попробовать можно.
Вот, также есть приятные бонусы. Например, проходишь там какое-то количество семинаров именно онлайн. Тогда все, в принципе, у нас компания, она полностью онлайн. У нас нету никаких где-то магазинов. И именно у нас эта компания минует вот эту всю рекламу, которую мы получаем извне по поводу всяких супермаркетов, где тут 50% скидка, тут 30, 20, 40, и у нас вот вся голова, да. А тут именно получаешь как рекомендацию от человека к человеку. И тут, например, приятный бонус, который меня удивил, когда вот проходишь некоторое количество семинаров, и они отправили, например, заказом мне, вот, например, духи. И тоже было очень даже приятно, да. Можно сразу попробовать. Могу показать, да, кому интересно, здесь мужские, женские и пробники, да, ну, так вот посмотреть. Тоже все равно приятно. И также, если вдруг в команду, да, к нам кто-то еще придет, вот такая вот у нас бонусная программа получается для тех, кто приводит новых людей. Ну, в принципе, как бы я сказала, вот именно в эту компанию даже как от себя вот реально можно прорекламировать. Почему? Потому что ты не продаешь что-то такое прям, я не знаю, экстравагантное. Вот именно реально товары, которые нам, в принципе, нужны каждый день. Нету ничего такого прям супер-пупер, которого вообще никто не сможет потом купить, может быть. И цены, мне кажется, ну, как бы, вот прям нормальные. За качество, мне кажется, ну, нужно проплачивать. Все равно у нас тут сколько плантаций в Мексике, да, и то, что урожай собирается вручную, о котором мы уже говорили в прошлом эфире, да. Вот, и мне кажется, стоит попробовать, если вы еще не попробовали, те, кто нас смотрит. И тут еще что я... А, про автопрограмму, ну, мы уже, конечно, сказали уже. Так, продукты. Ну, вот если у нас, например, бывают такие вот какой-нибудь вопрос такой, который я, например, не знаю, могу тебе написать, или же у нас есть в группе, да, в WhatsApp, в Телеграме, что мы все равно найдем этот ответ на вопрос. И, конечно, просто иногда дело времени, да, иногда занимает полчаса, иногда час, но все равно, ну, не нужно стесняться, что у нас есть, например, нет ответа на вопрос именно от покупателя, да, но все равно можно найти, и как бы мы, получается, обратно, как сказать, или напишем, или отправим голосовое сообщение без проблем. Вот Да, я хотела так, в добавить, принципе. да, про наше обучение, что оно все проходит, что это все проходит бесплатно, да, абсолютно бесплатно, онлайн. И никто как бы вас не заставляет, да, это все прям день-день проходить или еще что-то, вы можете записи смотреть, да. У нас, конечно, онлайн проходят тоже, ну, как бы я имею в виду, в реальном времени и в записи есть, да, если вы не можете в реальном времени проходить, да, вот, допустим, у нас вчера обучение, да, такой team call, он длился почти 2 часа, да, и понятно, что, может быть, не все могли до конца быть, да, но у нас все есть, и можно проходить, в принципе, все эти обучения, да, тогда, когда вам будет удобно, да, и то есть, ну, и это не идет как в обязаловку, да, это делается только для вас, да. И еще хотела добавить, что у нас еще и mindset, да, как бы это перевести, что у нас идет обучение еще и на внутреннее наше развитие, на развитие себя как личности, да, чтобы мы были успешны в этом бизнесе, да, очень важно также и изнутри, так сказать, с собой работать. И у нас не только обучение идет именно по бизнесу и по продуктам, да, а именно еще и обучение идет по собственному личному развитию, которое в бизнесе на самом деле очень важно, да, чтобы вы, так сказать, сами себя в бизнесе не тормозили. Да. Да, это все получается о саморазвитии. Да. Да, про мышление позитивное есть, негативное, да. Есть, конечно, спады, но все равно мы вытаскиваем, пинаем друг друга. И вот поэтому мне это нравится, то, что тут много энергетики именно, да, что да, у меня не получилось. Но почему? Но можно все равно на этой своей ошибке научиться и вот прям вытащить себя, да.
Так, ну, в принципе, теперь, наверное, перейдем к мифам, да, в принципе, потому что есть такие люди, думают, что это какая-то секта, наверное, не верят они, что здесь можно вообще заработать. Ну, Просто мне во-первых, кажется, этот именно. это нетворк-маркетинг, надо сказать, что это нетворк-маркетинг, сетевой маркетинг, да? И Да, сетевой, да. именно люди, когда слышат сетевой маркетинг, у некоторых действительно возникают неправильные ассоциации с ним. А, да, ну, Элина, ты что подготовила? Ну, я, в принципе, от себя только, да, как-то вот спонтанно, да, а то просто подумать, что люди, я вообще тут буду читать какой-нибудь большой доклад. Нет. В принципе, просто мне кажется, ну, на мой взгляд, именно сетевой маркетинг это, ну, что-то новое. Ну, где-то, конечно, может, был маркетинг, да, который мы вообще, может, и не слышали, может, реально было что-то такое негативное, что-то именно отрицательное вошло в наше общество. Но с этого времени уже много всего поменялось, и теперь уже, например, почти 2 года, да, уже с этого локдауна у нас все, в принципе, где возможно, они именно работают в онлайне. И все вот эти большие компании, они понимают, что, в принципе, ты можешь работать из дома, не выходя, получается, никуда, и в то же самое время быть семьей. И, ну, получается, ты все равно выходишь на перерывы какие-нибудь, именно обеды, ужины, завтраки, да. И вот эти вот вот, например, даже большая четверка из компаний, да, они реально поняли, что у них персонал именно может работать из дома, потому что именно нужен только ноутбук и телефон. И у нас, в принципе, система та же самая. Просто, может, некоторые как могут быть скептически относиться к этой системе, потому что они и сами даже не попробовали. Они как бы наслышатся там от кого-то и даже сами не пробовали, и как бы, да, соглашусь с своим мнением, да, а сами даже вот просто к нам не пришли, не посмотрели, не послушали. Вот все равно просто у каждого свое мнение, у них как-то внутри никто никому-то ничего не говорит, и вот так вот это негативная энергетика, она остается. А так, если вот просто я вот взяла, и я понимаю, что там родные могут быть, да, скептически к этому относиться, но надо идти именно вот попробовать самой, не получится, если вдруг, но ты же попробовал, например, да, и ты уже можешь о своем опыте именно рассказать кому-то. А там просто не бояться чего-то Могу нового, да, добавить. идти к приключениям, например. Ну, могу Да. добавить по поводу того, что Элина сказала, если вдруг не получится, да, вы вообще ничего не теряете, потому что я могу вас просто уверить, да, и Элина подтвердит, что продукты, которые вы от LR получите, вам они действительно очень понравятся, потому что продукты очень высококачественные, да, Элин, подтвердишь, да? Да, потому что мне кажется, ну вот, я бы все равно, например, крем взяла, да, а тут я хотела вот именно от Элар попробовать, да, и сама вот где-то 2-3 недели, вот именно дневной крем, да, использовала, что могу сказать, что именно кожа сияет, да, и тем более, конечно, говорят, да, здоровье начинается изнутри, поэтому я пошла, перешла на питьевой гель еще, и это прямо вот результат чувствуется. И Да. если сам не попробуешь, все равно, в принципе, если кто-то тебе скажет, это, ну, на тебя не должно повлиять. Человек именно должен сам попробовать хотя бы одну бутылочку, и реально за эти 11 дней это результат именно ощутим. Да. Да, лично мне очень нравится. И поэтому, конечно, если, допустим, кто-то не хочет бизнес делать, или не получается, или нет времени, все равно вы ничего не теряете, потому что вы получаете действительно классные продукты для здоровья и для красоты, которыми вы будете 100% сами дальше продолжать пользоваться, потому что у нас есть столько примеров, да, наших партнеров, которые не делают бизнес, потому что они не хотят этого, понимаете? Они просто пользуются вот этой возможностью получить 30% скидку действительно на классные, хорошие продукты для красоты и здоровья. Возможность самим, да, вы как партнер получаете свой собственный, так сказать, магазин, через который вы покупаете, вам абсолютно никуда не нужно ходить.
да, ни по каким магазинам, тем более сейчас 2G везде. И, допустим, для непривитых, да, для непривитых это просто спасение. Допустим, я не привита, да, я не буду сейчас, мы не будем это обсуждать, а я просто скажу для себя, что я не привита, и действительно вот это все, что продается онлайн, это сейчас для меня просто помощь, действительно, да. А, вот. И также вы, конечно, так как вы зарегистрированы партнером, да, допустим, и даже если хотите для себя, у вас есть уникальная возможность изучить наш продукт повнимательнее, да, глубже так изучить продукты для здоровья, да, да, и вам уже тогда не нужен будет пиратор со стороны ЛР, как мы, да, мы же и пираторы, мы же консультируем, да, наших кунден. А вы можете эти все знания, так сказать, сами получать, да, у нас и пробовать продукт, что я тоже вижу как бы хорошо, да? Угу. И то, что это основано, например, в Германии, это не значит, что он, ну, вот эта информация, если не переведена, например, на русский язык. В принципе, есть на русском, вообще, мне кажется, на всех, да, 17 языках, не знаю, где-то переведено вроде бы, или даже больше 20, просто, мне кажется, каждый может найти свой язык, например. Иногда у нас есть зумы, вот эти встречи и на русском, и на немецком, так что можно выбирать язык именно. Да. Еще, да, хотела бы добавить про миф, да, очень некоторые люди, да, думают, что если это сетевой бизнес, то значит могут зарабатывать только те, кто уже давно в бизнесе, да, но тоже можно развеять этот миф, потому что есть люди, которые 5 лет в бизнесе, и они не зарабатывают деньги, потому что они сами не хотят этого, да, потому что они сами не активны, у них нет цели заработать деньги, да, а есть люди, которые буквально там год, допустим, да, в компании, и они уже зарабатывают приличные деньги. Почему? Потому что у них есть цель заработать. И все зависит от цели, а не от того, насколько ты долго находишься в этой структуре, да. А, допустим, пример, да, нашей Ирины Майя, она уже сколько у нас, 18 лет, получается, она у нас в структуре, да, и первые 12 лет она не зарабатывала на ЛР, только зарабатывала какие-то деньги, потому что она уже какую-то структуру сформировала, да, но 12 лет она... И, так сказать, в основном пользовалась только для себя этой продукцией и немножко зарабатывала, потому что у нее был другой свой бизнес, да. Но в итоге она поняла, да, что в ЛР есть перспективы, что можно заработать. И за последние 5 лет она реально очень-очень хорошо выросла. И Ирина Майя сейчас у нас вице-президент, который зарабатывает прекрасные деньги, да. И несмотря на то, что она в компании 18 лет, понимаете, она начала зарабатывать тогда, когда уже решила, что она действительно хочет этого. Когда она, как так сказать, закрыла, да, свой бизнес и решила, что в ЛР ей будет выгоднее. Понимаете, в чем разница? Не в том, что вы там сейчас придете, а кто-то уже 10 лет, и у вас нет шансов. Нет, это абсолютно не так все, абсолютно. Шансы есть у всех. Да? У каждого просто своя личная мотивация, да. Не будешь про фаст-трек говорить чуть-чуть или будешь, нет? Ну, я хотела просто, в принципе, ну так... затронуть, да, то, что у нас есть, да, вот именно вот это, как сказать, быстрая, да, быстрая программа именно при вырасте, да, карьерная лестница, вот это вот все. Получается, да, у каждого есть свой шанс, в принципе, вырасти даже, ну, быстрее, да, в течение, в принципе, 12 месяцев. Это просто надо поставить цель, написать ее где-то, когда... То, что видишь каждый день в ванной, в туалете, не знаю, в коридоре. И это именно просто твой фокус. Имеется в виду, просто говоришь, да, все, я это сделаю. Ставишь, например, себе планки, дедлайны вот эти вот все. И просто идешь к цели. И вот то, что вот эти наши семинары, вебинары, они все, в принципе, реально-реально помогают. И ты вот прям растешь изнутри и начинаешь вообще сиять, мне кажется, тоже изнутри. Мне кажется, те, кто в этой компании, они вообще реально сияют изнутри.
потому что это реальная помощь другим людям узнать об этой компании, потому что есть те, которые вообще о ней не слышали, но это прям такая сокровищница, если честно, что Да. вот столько болезней можно вылечить. Да, конечно, там бывают такие очень большие случаи, которые мы не будем затрагивать, там операции и все такое, но просто все равно в 74% эту болезнь можно, в принципе, вылечить. И даже можно, как сказать, не заболеть, да, этой, например, гриппом. Бывает, там некоторые лежат несколько дней, но при первых именно как симптомах, в принципе, чтобы не разболеться вовсю, тоже у нас есть помощники, которые, в принципе, могут спасти жизнь, да. Просто, да, вот поэтому мы здесь работаем, в принципе, чтобы именно показать, конечно, на своем опыте вначале, да, и потом уже писать отзывы или просто говорить напрямую людям, что это действительно работает. Потому что, да, я вот, например, пришла, и как бы я сразу не знала, что это поможет или нет. Вроде почитаешь, да. Но тут реально надо попробовать прямо на себе и еще раз, в принципе, убедиться, то, что это работает. Потому что если бы тут даже было написано, что каждый год именно вот этот товарооборот, он растет на 10%. Получается, в принципе, значит, есть спрос на эти продукты, и поэтому у нас товарооборот растет, продукции уже более 800, да, штук, получается, более тысяч, ну, получается, чуть меньше тысячи, да, сначала было вообще 500, значит, только технологии они разработали еще более-более, как, чуть больше, да, продукции, с которой они начали именно, спрос вырос, товар вырос, получается, да, и так бы мы, наверное, мне кажется, компания не продержалась бы 36 лет, если бы товар был какой-то такой, вообще, который не работает именно. Ну, тут реально, да, работает. Те, которые не верят, что у нас там, например, здоровье улучшается, это просто те, которые еще не пробовал. Еще у нас же есть эти, как это, абонементы, да, получается, именно питьевые гели, чтобы они не забывали, что это именно полгода надо, например, пить, да. Поэтому здесь проконсультировать именно про дозировки, про сколько именно пить надо, да. Поэтому если у нас покупаете продукты, не остаетесь сразу одни с этим продуктом наедине, например, и думаете, и что теперь? Вы можете просто написать нам, да, и мы всегда поможем. Да, в принципе, с моей стороны все вроде бы. Что добавишь там, Наталья? А, да, все, конечно, могу подтвердить, да, то, что ты сказала, что продукты действительно у нас хорошие, и у нас очень много отзывов, да, у людей, да, и болезни проходили, да. И также могу подтвердить, что наши все партнеры тоже эти продукты, конечно же, употребляют, да, и свое здоровье, так сказать, улучшают. И вот эти вот абонементы, да, про которые уже сейчас начала Элина, плюс этих абонементов в том, что вы продукты получаете гораздо дешевле, чем обычно, если просто взять на один месяц, да, допустим. И один месяц, если действительно какое-то заболевание, оно улучшит состояние, да, но оно полностью не вылечит, не решит проблему. Поэтому рекомендуется длительное время пить. И тем более это все было проверено нашими хайль-практиками и врачами, которые работают с нашей продукцией. У нас действительно есть врачи в компании, которые работают с продукцией Эле, которые тоже лечат людей этой продукцией, да. И вот эти рекомендации на полгода, да, при очень сложных заболеваниях, это может быть и год, да, эти все рекомендации идут от врачей, которые уже сталкивались с такими проблемами, с заболеваниями людей, да, и вылечили их. И у нас в компании есть возможность, конечно, с этими врачами проконсультироваться, да, по поводу какого-то заболевания. Так, это я хотела добавить про абонементы.
И когда вы заключаете абонемент, вы, конечно, получаете продукцию на 3 месяца, да, сразу, вот, так сказать, свежую, да, фриш, а вот на 3 месяца оплатите помесячно, что тоже очень выгодно. Не нужно сразу платить за полгода, да, допустим, это может быть очень дорого, да, вот, а вы платите помесячно и получаете каждые 3 месяца ваш продукт, что тоже очень удобно. Так, вот, что я еще хотела добавить, ну, наверное, все. Да, вроде все уже сказали, да. Еще вдруг вопросы можете нам написать. Ну, я тут вроде из всего. Как можно у нас стартовать, да, что у нас есть готовый пакет. Можно выбрать готовые пакеты, да. Для того, чтобы стать партнером, нужно либо выбрать пакет, да, у нас от 150 евро регистрация партнеров идет, либо выбрать на свой выбор, да, какие-то товары на 170 евро и получить потом скидку, вот, либо взять абонемент. Вот такие варианты у нас есть. Либо абонемент по здоровью, да? Угу, да, в принципе, наверное, в сторис я выложу эти пакеты, если вдруг там кто-то стесняется спросить, просто выложим в сторис, да, чтобы они увидели именно, какие у нас там пакеты готовые есть, а какие можно, ну, получается, да, закажешь. Не все же идут, например, в направлении здоровья, просто они думают, что мы говорим сейчас о здоровье, у нас только тут продукта здоровья нет. Если хотите попробовать именно косметику, то у нас есть тональные крема, да, блески для губ, карандаши, да. В принципе, все есть. Также просто гели для душа, крема всякие разные, скрабы, вот, маски. Так что, да, в принципе, выбор очень много. Мне кажется, если я сама начну теперь вот все потихоньку пробовать, мне понадобится вообще целый год. Потому что реально продукты очень много. И не так вот просто откроешь сайт, ага, думаешь, сегодня это возьму, а что в следующем месяце, например, пробовать? А тут, мне кажется, вообще каждую неделю можешь тебе заказывать, и ты еще не закончишь. Вот. Такой вот у нас большой ассортимент. Продукты для всей семьи, для мужчин, для женщин есть, да? И вот по здоровью продукты есть. Да, кстати, про эти, то, что для всей семьи, да, для детей. Наши детки лично, мои, да, любят вот именно зубную пасту, потому что она светится еще. Вот так что мотивация именно почистить зубки, потому что они хотят именно вот эту пасту открыть, там положить, да, это она прям такая искрится, да. И вот тоже вот прям так интересно для них. И гели для души для детей, они пахнут вообще божественно. Это прям надо заказать. Прям говорят, что соком они пахнут, этим мультивитамином. Вот, так что рекомендую. Да, и в принципе, вроде бы все разобрали, да, мы. Сейчас мы пойдем к деткам, а то тут Александр уже меня ждет. Ну ладно, тогда, да. Элин, спасибо. Давайте. Спасибо тебе, да. Да. Ну так, отключаемся, наверное, потихоньку. Да. Ну. Да, я желаю всем прекрасного дня. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь, пожалуйста. Мы всегда открыты для ваших вопросов, для ваших пожеланий об эфирах, да, если вы хотите какой-то на определенную тему эфир, то обращайтесь к нам. Да.